Здравствуйте. Привет. Это как его? Незапланированный выход в эфир. Появилось чуть-чуть времени. Я подумал, а чё бы не выйти в эфир? Пообщаться с вами, дорогие подписчики. Привет, 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 всем привет. Антон Пашаев, здравствуйте. Николенкоиринка. Привет из Владика. Владик Владивосток или Владик Владикавказ? Вчера, видимо, весело было. У нас всегда весело. Я, смотрите, я, в общем, для темных этих я купил кольцо. Такое, видите? Вчера, и теперь я могу такой, типа, быть этим блогером. Опа, все высветили. Опа, все ярко, хорошо. Здравствуйте! Привет с Киева, Киев. Добрый вечер. Как впечатление первой части тура? Очень классное впечатление, очень клевые люди приходят, очень круто поддерживают и качают, кайф. Мне нравится. Благовещенск, привет, у меня бабушка из тех краев. Почему нельзя випку на Краснодар на сайте купить? Потому что они закончились еще месяц назад. I am Lerik Vess. Привет, как дела, солнышко? Все хорошо, дорогая. Якутия, салют. Отбор я посмотрел только пару выпусков, два или три, ну и плюс то, что я видел на Мегафон Бэкстейдж. На студии, ой, я наконец-то приехал домой на пару дней, завтра едем в Ростов, концерт в Ростове, и да, в студию залетел. И привет в Краснодар. Концерт в Баку, не знаю, надо Бахти попросить, чтобы сделал концерт в Баку. Ничего, сижу в студии, чилю. Ничего не делаю, поэтому вышел в эфир. Девушки у меня нет. Фотку хочу с тобой. Будет встреча где? В каком городе? Какая встреча? Какая фотка? О чем вы? Салют, Узбекистан. Салют, Узбекистан. Скоро концерт в Новосибирске, не только. О, подождите, у меня тут есть какие-то штуки. Нифига себе, у меня, оказывается, есть вопросы. Ничего себе. Откуда это? Как это сделать? Коснитесь ответа. О, вопрос. Когда сольник? Сольник скоро. Завтра в Ростове. Потом в Воронеже. И так далее. Прикольно. Так дальше. Почему нет девушки? Не хочешь? Да почему не хочу? Просто это сложно, когда у тебя нет времени ни на что, кроме музла. Девушкам нужно уделять время. Конференция. Когда выйдут ремни? Смотрите. Опа, у меня уже есть ремень. Я наконец-то дождался. Но мне не нравится на этих ремнях застежка сама. И мы решили переделать застежки, потому что эти конченые. Сейчас сделали крутые застежки, на них сейчас делают нанесения логотипов и так далее. И должны уже быть вроде. Банданы должны появиться. Банданы обещают юдж. Какой сегодня день недели? Эй. Непонятно. Сегодня четверг. А, сегодня должны быть банданы. Сегодня должны подвести банданы, и в других городах тура будут банданы. Приезжай в Волгоград. Волгоград, приеду, хорошо. Самое главное — иметь человека, который будет с тобой на одной волне. Согласен. Здравствуйте. Здравствуйте. Обещали в марте ремни. Да, мы их сделали в марте, я ж повторюсь. Но в итоге пришла партия, и я понял, что застежки на них говно. И решили переделать. Катерина Ероин. Героина? Я не знаю, как читается твой ник, но привет тебе огромный. Глебова, Глебова, здравствуйте, хочу Глебову в эфир. Выйди в... Обожаю Глебова, Маюсику. Давай к нам. Расскажи, что как. О, я придумал, это будет сейчас прямой эфир, где мы будем подключаться ко всем. Глебова отклонила. Глебова, я обиделся. Давайте, кто хочет в эфир, кидайте заявку.
вот первая заявка пошла. Так. Бабич в городе. Звучит очень опасно, кстати. Бабич в городе. Выпускайте Кракена. Я кого-то пытаюсь подключить, не знаю, получится или нет. Эроина. О, эроина. В потверку. Отклоняют все приглашения. Что за дела? Катерина, эроина, пойдем в прямой эфир. Привет, привет, всем привет. Все, никто не хочет с нами в эфир идти. Но это грустно. Крутой худи, спасибо. Так, пробуем еще. Я тоже не накрашен, если что. Спасибо, спасибо. Всем здравствуйте, всем спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Хорошо, как ваши? Все неплохо. Ничего себе, там какие фильтры. О, прикольно у тебя. Я только проснулась. Что-что? Проснулась только. Сразу с укладкой такой? Со вчерашнего? Ну, да, да. Откуда ты? Я вас обожаю, я вас люблю. О, я с Казахстана. Спасибо. Город Алматы. О, классно. Да. Классно. И как там дела в Алмате? Новое правительство? Тепло и хорошо. Новое правительство у вас там? Ну, как, обновленное, наверное, да? Да, да. Да, 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 да. И как вам с этим живется? Как с переименованием справляетесь? Ну, это нас как бы никак не касается. Ну, и в целом, мне интересно. Спокойно живем. Ну, мне интересно вот отношение жителей Казахстана. Ну, многие против. Да? Многие против. Угу. Да. А ты что думаешь по этому поводу? Ну, знаете, мне, конечно, тоже против, но, как я поняла, здесь голос людей ничего не значит, поэтому... Блин, толку нет. А можно на «ты»? А то я к тебе на «ты», а ты ко мне на «вы». Это меня смущает. Или я тоже буду на «вы»? Хорошо. Вот. Как погода? Как твои дела? Хорошо, все хорошо. Приехал домой в Краснодар на пару дней буквально. Завтра опять уезжаем дальше. Очень хочу в Казахстан приехать, да, с концертами. Надеюсь, осенью это все случится. Вот всю эту часть. Приходите, мы вас поддержим обязательно, обязательно. Круто. Спасибо большое. Я люблю ваши песни, на вылет. Именно вот это, вот, когда ноты выше берете, кричите живот, так, я вот это обожаю, это место. Ну, правда, у меня голоса нету, но я люблю, да безумие. Спасибо большое, спасибо. Только мы договорились на «ты». А, да, точно, я забыла. Вот так вот. Не, серьезно, приходи в Алмату. Мы поддержим, и мы придем обязательно. Супер. С кайфом. Но вот сейчас мы этот тур откатаем, и потом уже по другим городам осенью поедем. Надеюсь, и Казахстан там тоже будет. Мне очень понравилось. Ну, тоже. В Астане. Классно. Да. Красиво. Ну, тут классно, действительно, ваши истории, твои, точнее, истории за то, что смотрел, когда приезжали сюда. Я хоть сколько тут живу, но на Бау я ни разу не была. Я так вам завидовала, честно. Да, там нереально красиво просто. Я бы хотел. Мы были так уже прохладно, там было достаточно. Вот, мне кажется, летом там вообще тоже очень красно, классно. Вот, такие дела. Ну ладно, буду подключать следующих зрителей. Спасибо большое. Всего хорошего. Пока, удачи вам. Пока-пока-пока. Пока-пока. Так, я сейчас подключу Нарек, а то он, смотрю, что-то активный слишком. Нарек. Ожидаем Нарек Реал. Так.
Сергей, здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Где брови делал? Брови я делал там, где мать Софы, которая, с которой ты сейчас разговаривал. Слушай, ну что, здравствуйте, на ты можно? На ты? Тебе нет. Вот, я очень люблю ваше творчество, честно, я подписан на многих звезд, вот вы самый простой. Вот, вы самый простой, у многих много подписчиков, там все дела, но вот вы самый простой, вы ближе к народу, так сказать, да? А где ты губы делал, спрашиваю? Я губы делал, это кто? О, Мартышка, привет. Я правильно понимаю, это ваш официальный диджей? Да, это наш официальный диджей. Так, Олег, как ты? Вася, ты все пробуешь, да? Я вот после тренировки, ну, накачался и вот лежу. Лежишь? Ну, давай. А ты репетировал вот это? У тебя было очень эпичное появление в эфире. Вот это, да? Ты готовился, да? Ладно, блин, Серег, на самом деле, вот типа... Расскажи, знаешь, расскажи, что скажи вот честно. У тебя появился шанс наконец-то пообщаться с большим количеством людей. Блин, ребята, привет. Смотрите, ребят, привет всем. Если кого интересует скандал с Алиной Чусь, ну, это которая тёлка Сесе, да? Вы можете спрашивать. Я, ну, на все вопросики отвечу. Вася, ты все такой, да, как соска, ну вот мнешь старые скандалы. Нет, я как неделю, соска. Это не актуально, уже все забыли. Уже все забыли, уже всем пофиг. Да, ну ладно, ладно, я честно, вот, ну, я похайповал. Ты можешь пошутить еще над этим, как бы, недельку-другую. Ну, как бы, может быть, кто-то посмеется. Слушай, Серег, ты не знаешь, как хайпануть еще? Нет, видишь, у меня не получается. На песню сходи. Я просто вот, ну, хайпанулся ли ночуть, но на недельку хватило, дальше не знаю, что делать. Ну, с Алиной так, на недельку максимум. Ну, можешь кого-нибудь на лицо посадить себе, ну, как бы, поважнее. О, Алина, посадить. Опять понятно, понятно. Да что ты прицепился к Алине, Вась? Все, все, ладно, все, Алина, это пройденный вариант. Давайте, да. Оставь прошлое в прошлом. Нет, я не хочу Алину трогать, потому что, ну, никто не смеет мою нацию, честно, оскорбляет там. Опять, да? А какая твоя нация? Мне кажется, ты человек мира. Я португалец. Ладно, расскажи, что у тебя интересного происходит в ресторане Дейзи. Блин, ничего интересного, я начал ходить в зал, могу показать свое тело. Не надо, пока. Не надо? Фух, пронесло. Так, давайте еще кого-нибудь подключим. Подожди, можно Эрика подключить. Там он с Перуша просит, он сейчас опять начнется вот это все. Это. А, о, Софочка, звездочка, день рождения завтра. Так, поздравляйте. Смотрите, подключили Эрика. Подай мне померить, я ни разу не был в эфире в этом. Сейчас, подождите секунду. А где здесь перед, где за? Софочка, солнышко мое, маленькое. Как дела? Пока. Опа! Подождите. Здравствуйте, продолжаем эфир. Поехали. У нас прямой эфир, смотрите, Мася пришел. Всем пока. Так. Ладно, Софочка. Ну давай. На минутку тебя подключаю, на минуточку, не больше. Не, мне кажется, мне не идет. Я буду тут посмотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вот это вот все? Вот это? Здравствуйте. У меня утренний завтрак с уважаемым человеком, с Татьяной Фурсовой. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я хотела очень сильно сказать о том, что тут нужно говорить, ну, про тебя, да? Ты подключаешься нет, к людям. Нет, надо. Я наоборот. Я тебе поговорить хотел бы. А, давай поговорим обо мне. О твоем поведении. Так, а что у меня с поведением не так? Да все хорошо, все так, в этом и проблема. Ну, да, я понимаю. Проблема очень большая, как бы ее мы решим. Так, смотрите, завтра, да, ну, у меня днюха. Да, слушай, у меня спрашивали многие, кто из плохой компании завтра едет в Ростов. Вы едете или нет? Я так и не понял вообще ничего. А, все слились, кроме меня. То есть ты одна едешь, да?
Но мы с Эриком поедем. Хорошо. Еще Хайд едет, Хасан и Кубинец. Я, вроде я знаю. Ну вот, отличная компания, чтобы справить свой день с такими уважаемыми людьми. Да, да, да. Завтра в Ростове. Отмечаем день рождения с Перушей, заодно поем песни на моем концерте. Да, 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 да. Но, конечно, все, ты же понимаешь, что завтра все люди придут, ну, не из-за тебя на концерт. Не из-за меня, конечно, я понимаю. Я сразу смиренно опускаю взгляд вниз и просто молчу. Понимаешь, да, ты, ну, весь да. масштаб. Так, ну что, как там дела у Олега Бабича? У Олега Бабича. Олег Бабич пытается получить визу. Это я знаю. Ну и как процесс, процесс? Ну, пока, пока безуспешно. Безуспешно, да, мои хорошие? Ну, ладно. Так, 6 числа, шаверма-бар. Хэппи бёрстдэй, Спируша. Реклама, блядь. Ой, извините, нельзя материться. Все, пока. До свидания. Я очень люблю ваше творчество. Спасибо, что вы есть. Да, 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 да. Я ваши треки наизусть. И ваши трещинки. И все ваши трещинки я тоже знаю. Так, кто у нас там еще есть? Верни португальца. Португалец. А, тут змеюка какая-то. Ну, в смысле, потому что у нее в подписи змеюка стоит. Добавить. Что я только что услышала? Какая змеюка? Ну, у тебя там имя и в конце змеюка такая, змея. Меня интересует вопрос, где приобрести билет VIP на концерт в Краснодаре? Нигде, прости, пожалуйста, они уже закончились. Они вместе назад закончились. Нет, нет, прощения нет. Я скорблю по этому поводу, искренне. Что? Ну, как так? Ну, прости, пожалуйста. Ну, нет. Ну, приходи так. Ну, нет. Нужно еще просто добавить новую категорию, вот-вот, прям не... вот чисто для змеюки, для змеюки. Один, да? Один билет. Для змеюки, да, вот как ты сказал, да. Ну, ну придумаем что-нибудь. Давай, разберись с сайтом, в общем. А зачем тебе, зачем тебе meet and greet? Почему зачем? Почему зачем? Да что, как, где, когда, почему, а... Так, хватит, все это не смешно. Почему зачем, когда, где? Я еще не все вопросы задала. А, давай следующий. Ну все, вот я спрашиваю, когда ты разберешься с сайтом. Да с сайтом все в порядке, просто билеты закончились. Кому скинуть фото? Остались только обычные. Нет, там слишком много людей. Ты хочешь чувствовать себя особенной? Так, опустим этот вопрос. Какая любимая песня в твоем творчестве? Какая у меня любимая песня в моем творчестве? Да, у меня нет, ну, типа, как бы... Знаешь, типа, о, вот это, по-моему, самое любимое. Да нет такого. Ну, типа, если бы мне мои песни не нравились, я бы их не выпускал. Шаришь? Ну, то есть, вот с этого, с крайнего альбома мне больше всего нравится Малливуд, например. А мне черный этот, который Z. Или «Горизонт событий». Вообще просто пушка, господи, сидишь такая, думаешь, блядь, это шикарно. Кайф, мне очень приятно, что это тебе понравилось. Спасибо. Вот, напиши мне в директ, может, что-нибудь придумаем. Если ты хочешь чувствовать себя особенной в этот день. Насчет билетов? На ВИПе, на балконе и так далее. Да, может. Ты просто можешь разобраться с сайтом, и я куплю билет. Все просто. Да, там все хорошо на сайте, просто они закончились. Ну, сайт потрясающе. Все, а где же ты раньше была? Почему ты раньше не купила? Только не знаю, что ты просто рекламу увидела. Я купила. Серьезно? Только увидела? Да. Никита! Вот этот, который баннер висит на Тургеневском мосту. Он 2 месяца там висит уже. Он там висит, неважно сколько, я только увидела, поэтому не считается. Никита, у меня подписчица только увидела рекламу, и то на мосту. Почему у нас плохо работает СММ? Запускайте таргеты, запускайте квизы. Это... Я жаловаться буду. Запущено все равно. Никита, говорят, не запущено. Все, сейчас Никиту... Плохо работаете. Наругаем. Никита, плохо работаешь, говорят. Вот. Ну, жду тебя на концерте. Давай, хорошо. Увидимся. Пока. Обнял, приподнял, пока. Так, давайте, кто там еще у нас есть?
Салют, чувак. Здорово. Салют, чувак. Как дела? Как дела? Отлично. Ты откуда? Жду тебя в Воронеже. Ты из Воронежа? Кайф. Ты из Воронежа? Кайф. Мы будем отвечать в Воронеже. Да, поэтому я жду твой концерт с нетерпением. Шикарный кайф. Альбом у тебя вышел. Кайф. Спасибо большое. Спасибо большое. Качнем. Качнем. Обязательно. Супер. Эхо, блин. Супер. Эхо, по-моему, блин. Ты, кстати, мелковато взял. Надо было прям на центральной площади. Аура слишком маленькая. Спасибо за веру в меня. Спасибо за веру в меня. Ну, возможно, в следующий раз. Ну, возможно, в следующий раз. Обязательно. Да, как слушай, у тебя дела? Тут, да, слушай, у нас тут эхо. И меня все слышат и по два раза. И меня все слышат по два раза. Даже я сам себя. Даже я сам себя. Вот, поэтому, видимо, придется... Вот, поэтому, видимо, придется... Спасибо за большое спасибо за поддержку. Не, последний вопрос, можно? Да, давай. Да, давай. Как отрастить такие же усы, как у тебя? Никак не растут. О, слушай, это брови. О, слушай, это брови. Берешь, низ и тёмно. Все, спасибо. Это видишь, у меня брови сбежали. Это видишь, у меня брови сбежали. Все, это вот самое главное. Все, давай, до связи. Так, пробуем еще кого-нибудь подключить. Так, у меня конкуренция. Баста Аканагана вышел в прямой эфир. Салют. Здорово, мужик, как дела? Здорово, нормально, ты как? Да ништяк, дома, на расслабончике. Отлично, Краснодар. Я Краснодар, рад видеть всегда своих здесь. Так, а ты где сейчас? А в Краснодаре также нахожусь, ага. Да. Зашибись. Моему брату Бабичу привет. Он просто уехал, передам обязательно. А он понял, да. Че, как у вас там, все хорошо? Да, катаемся. Ну, вот даже на пару дней домой залетели. Я главное знаю, что нужна вам поддержка. Это самое главное. Не забывайте, она всегда есть. Всегда она и будет присутствовать. Особенно Краснодар всегда с вами. Стоп, подожди, брат, дай скриншот сделаю, разреши, давай, пожалуйста. Давай. Сейчас, секунду. Отлично, вообще. Ну что, брат, давай удачи тебе, всем от твоей группе, души. Всем. От души. Давай, с тобой. Слушайте, это прикольно, мне нравится проводить прямые эфиры с вот так вот, с людьми, когда особенно еще ничего не глючит и можно продолжать смотреть. Так, смотрим, кого еще подключить. Давайте в комментарии пишите, кого подключить, и будем из комментариев выбирать и подключать. Перма души, спасибо. It's phenomenal, меня. Выйти в прямой эфир с It's phenomenal. Привет. Привет. Ты, наверное, меня по нику выбрал. Нет, ты просто первая написала меня, и я тебя выбрал. Классно. Я жду вас в Челябинске. Круто, мы скоро будем в Челябинске, кажется, да? Да, 17 числа мы купили билеты, пойдем с подружкой. Супер, кайф, кайф. А ты будешь только новый альбом или феноменальный? Нет, конечно, будут и старые песни со старого альбома. Классно, я хочу феноменально, я ее наизусть знаю, пою, читаю. О, проверим, проверим. Классно, классно. Если я тебя найду там где-нибудь в первых рядах, ты будешь читать феноменально, я тебе дам микрофон, окей? Классно. Я, конечно, от меня чтец еще тот. Я обычно пою. Я тоже. Но будет круто, да. Я прям жду. Капец. Супер, супер, супер. Увидимся, значит, там. Я еще раз сделаю. Давай. Надо позировать? Все круто. Кайф. О, это новый формат, типа фотки, знаешь, типа на улице. Да, да, да. Фотки с крутыми своими. Скриншоты. Да, ништяк. Прикольно, прикольно. Блин, да. Ну круто, я поехала на учебу, так что я вообще давай, даже не знаю.
Хороший все, давай. Спасибо, пока, давай, пока. Увидь уже меня увидел, выйти в прямой эфир. Серьезно, боже мой, наконец-то. Как дела? Привет. Ты откуда? Офигеть. У меня сейчас слезы пойдут. Не знаю, я просто так... Я как только увидела, что у тебя эфир начался... я задыхаюсь. Тихо. Изи. Мне плохо. Я как только увидела, я сразу... Что говоришь? Откуда ты? Я с Удмуртии. Круто. А какой город? Что говоришь? А город какой? Я недалеко от Ижевска, не совсем в городе. Понял. Ты в Ижевск не приедешь, да, с концертом? Да, в этом туре, по-моему, нет Ижевска. Может, в следующем будет. Я ходила на песни потом. Да, была на песнях? Да. Тебе понравилось? Какой кайф вообще, это просто мега эмоции до сих пор. Кайф, супер. Ну, надеюсь, в следующий раз, когда заедем в Ижевск, ты придешь на наш концерт. Обязательно, буду ждать. Вот, ну все, спасибо тебе. Или ты хочешь, давай, может, что-нибудь спросить, сказать, нет? Передать всем приветы. Всем привет. Все, окей. Пока-пока. Да, тебе пока. Так. Череповец. Выйти в прямой эфир с Череповцом. Воронеж, я тоже вас жду в это воскресенье. Воронеж, клуб «Аура». Качаем. А завтра клуб «Мед» Ростов. Ну вот, пишут, типа, возьми в эфир, а в эфир не идет. Маргарита Нейлс. Мечтаю с тобой выйти в прямой эфир. Это ж вот ноготочки, вот это все. Да? Сейчас выясним про работу. Маргарита, привет. Здравствуй. Значит, ты занимаешься ноготочками, правильно понимаю? Да. И как оно, Инстаграм вот это работает? Все, приходят клиенты? Да, на самом деле, да, помогает. Супер, вот мы наконец-то можем видеть людей с вот этими всеми штуками. А? Сейчас плохо слышу. Ну да. Это очень хорошее. Круто, а ты откуда? Краснодарский край. А у вас там прям тепло. Очень, да, на самом деле. То есть вы южнее, чем Краснодар? Вы где? Что? Так, откуда именно? Ленинградская. О, Ленинградская. У меня там родственники есть. Спросите, это кто? Подружка моя. Привет, подружка. Блин, приезжайте на концерт. Приезжайте на концерт, но завтра в Ростове концерт. В Ростове? Блин, ну и не попаду, к сожалению, но очень хотелось бы. Ну вот. Ну тогда в Краснодар 20 апреля. Было бы круто. Согласен. Вот. Ну что, рассказывайте, как в Ленинградской дела? В Ленинградской? Да, отлично. В Краснодаре теплее, чем у нас. Да, по тебе не скажешь. Такое ощущение, что у вас там прям жара уже. Ну тут да, ну просто в машине я, поэтому. Понял. Ясно. Ну ладно, желаю тебе удачи. Да, спасибо, в бизнесе. Спасибо. И тебе тоже творчество. Спасибо. Пока. Константин хочет в эфир. Константин, ну, я пытаюсь тебя добавить в эфир, но ты не отправил заявку. Привет! Как дела? Hello. Ты что? Ты откуда? Я из Краснодара. О, да тут весь Краснодар просто. Да, вообще. У нас даже общий знакомый есть. Кто? Это очень странно, конечно, что у нас в Краснодаре есть общий знакомый. Ну, не такие популярные, наверное. Оля Дунаева, Андрей Дунаев. О, да, конечно, ты чё? Это ж я люблю, как-то с котяточки.
Вот. Да. И вы давно знакомы? Близко? Родственники? Лет 7, наверное. Ну, есть общие родственники. Ничего себе. Круто, круто, круто. Привет, Воля, Андрей. Давно их 100 лет не видел, иногда списываемся. Андрей папой же стал. Время, ну да. А Оля мама в очередной раз. Сколько в очередной. Мальгера и имя. Мальгера, да. Да, да, да. Ольча молодец. Да. Ну что скажешь? Не знаю, что сказать. Могу малого своего показать. Давай, показывай, что нет. Такое. Совсем малой. Ты совсем малой? О, как зовут его? Дима. Димон, привет. Ну, Дима. Ему пофиг на меня, конечно. Ему интересны мои волосы очень. Согласен, вижу. Ой, я, конечно, на концертах не бываю. Почему? Нет возможности туда ездить с детьми. Ну, песни смотрю все время. Понятно, понятно, кайф. Добить детей, приезжай с детьми, нормально. Я подумал, надо сделать на концертах типа детскую комнату. Да, да, да. С детьми приезжали, оставляли. Нянек, аниматоров, и все будем там. Да, да, да. Бабича аниматором отправим. А, нет, вот Бабич работает на сцене, остальную плохую компанию аниматорами для детей. Правильно. Устроили, ребят. На река надо аниматором. Да, спасибо тебе, что подключилась. Пока-пока. Пока-пока. Ребята, я вспомнил, что мне сейчас нужно срочно ехать на встречу. Я увидел время, что без 10:02, у меня 2 часа встреча. Поэтому я помчал. Пока-пока, всех обнял.